1941 года в городе Бийске. До августа 1942 дивизия воевала под Брянском и понесла большие потери. Затем была соединена с 55-й кавалерийской дивизией 8-го кавалерийского корпуса и действовала в нем до конца войны. Дивизия участвовала в боях по окружению сталинградской группировки противника. Закончила войну на реке Эльбе, западнее Берлина, и называлась 15-й гвардейской Мазырско-Бранденбургской краснознаменной ордена Суворова кавалерийской дивизии.